42 по 66 размер. Это модель уже проверенная временем. Два цвета. Это модель правильно называется бежевый. Он благородный бежевый. Да. Такой цвет красивый, очень приятный. Он идет всем. Всем. И капюшон, да, наверное. Капюшончик. Оденем капюшон. Я думаю, это та модель, когда можно начать в зимний сезоне и, конечно же, зимний период. Правда? Да. И она очень удобная. Да. Почему удобная? Потому что вот сейчас в моде очень такие свободные свитера, свободные силуэты. Здесь очень глубокая пройма, то есть здесь любой пройдет, рукав там всякие там. Может даже на пиджак. И мне очень нравится, когда мы делаем здесь резиночка. Это мы тоже так делали. Да. И смотрится очень стильно. Итак, следующую модель же готовим. Следующая модель тоже входит для Size Plus, но вообще все эти модели, опять же, напоминаю, 44 по 62 и даже 66 размер мы шили. Пока девчонки у меня одеваются, я хочу вам показать, что будет очень много цветовых решений. Это вот такой лиловый цвет, бежевый, ну, естественно, черный, да. И, наверное, еще один цвет был, его сейчас нет, это капучино. Это капучино и оливковый. И оливковый цвет, да. Сейчас идет модель. Галя, выходим, не стесняемся, мы у себя дома. Итак, эту модель мы назвали Автоледи. Вообще она также работала в коже, очень удачная. Длина у нее 75, я думаю, 80. Даже 80, представляете? И, опять же, на два размера. И здесь, что я хочу сказать про эту модель, что эта модель очень-очень удобная. И она реально на два размера уменьшает любую фигуру. Что хочу сказать по этой модели, здесь вот это вот... Да. Она очень-очень правильно все сделана. Даже 1,55 м роста женщины подходит ко всем. Такой, на всем очень То есть правильно Ляля имеет в виду вот это вот до пояса, длина до пояса, она сделана выверена верно. То есть мы можем работать с ростовкой ниже среднего, средней и выше среднего. Да. И, пожалуйста, обращаю ваше внимание, все эти модели можно сшить на заказ, как мы сделали с кожей. Вы нам посылаете объем груди, объем бедер и, конечно же, вашу ростовку. Мы пересылаем на фабрику под руководство у Жанны и Ляли, и они нам делают просто изумление. Покажите Нихат обязательно Жанну. Жанна отвечает за все заказы. Это тот человек, который отвечает за все ваши мерки, за все ваши заказы. Всего хорошего, а у ее мечты семьи Олимпия, и мы идем дальше.